Я не знаю, как спокойно вы играете в эту игру, но у меня уже реально горит задница. Пиу-пиу-пиу-пиу. Теперь очень интересная задача. Вернуться назад. Тайник сталкера. 300 рублей и какая-то хрень. Спасибо. Винторез пока свою работу делает. Да что ты, где он? А. Понимаю. Достаточно легкая миссия была. Я всего лишь на нее потратил 2 выпуска. Это что такое? Что с ним происходит, ты дурак? Куда мне подсказывает сердце идти? Туда я иду. Здрасте. Трава покраснела. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий Хан, мы продолжаем проходить игру под названием Stalker Lost Alpha, и сейчас едем дальше добивать бандитов, как я помню, потому что в прошлой серии мы остановились на чем? Мы сюда приехали, короче, поговорили с каким-то, блин, как его звали-то там, не попутчик, а вот, ну что-то типа этого, плюс-минус, слово какое-то, или проводчик, или как-то так, вот, мы с ним поговорили, он оказался не совсем человеком, он немного мутант, где тут труп? Ага. Патроны. Вот, он оказался не совсем человеком, полумутантом каким-то, но он мог контактировать с людьми. То есть он в порядке, он не в бешенстве, он не ходит, убивает всех. Нет, он в порядке, он разговаривает, но выглядит как мутант, к сожалению. Ему нужно принести костюм какой-то крутой. Его там рабочий, нерабочий, ну короче, какой-то крутой костюм. Вот. И, собственно, я за этим костюмом и побежал. Но дорога оказалась не совсем прямая. Дорога оказалась немножечко кривая. И... Почему-то на меня не реагируют монолитовцы. Хотя в прошлой серии мне, куда бы я ни сунулся, на меня сразу нападали. Прям мгновенно нападали. Я только сделал поворот вправо, сразу атаковать. Только посмотрю налево, сразу атаковать. Только, во, вот так вот было примерно. Было примерно вот так вот. Когда только начну делать какие-нибудь действия, в меня тут же начинают стрелять. Надо действовать немного аккуратненько. Аккуратненько, потому что у этих ребят... У этих ребят в плане оружия все в порядке. Они не бедствуют. У них есть и снайперки. Ты по машине-то не стреляй, слышь? Да где он? Кажется, у него был винторез. Или что-то типа того. Лечись. О, ты ку... А почему мне сейчас машина уехала? Почему меня чувак на расстоянии 5000 километров ваншоты дает такие? Ты куда? Ты куда? Где он? Нет, это невозможно стрелять нормально в человека, которого ты не видишь. Вот почему у него нет тумана? А у меня туман есть. Это, я считаю, несправедливо. Я умер в аномалии. Я сегодня не начну играть нормально. Это у нас нормально. У нас... Это нормально, что я не могу начать нормально. Это у нас уже в течение 3 выпусков подряд происходит. Когда начинаю с какой-то задницы. Где он? Где он? Вон он. Где он? Кто еще где? F5. Какой-то дым дымит. Садись. Поехали. Поехали. Заводи. Все, едем. Давай сразу направо. Стоп. Вот как играть в эту игру спокойно? Ты мне объяснишь, нет? Да, я же убил его! Сядь, да сядь ты, господи! Тормози! У меня машину... У меня уже горит жопа. Я не знаю, как спокойно вы играете в эту игру, но у меня уже реально горит задница. У меня машина почему-то начала двигаться сама по себе. У меня из ниоткуда появился снайпер. Где он? Почему радар молчит? Я не вижу его. Но он где-то есть. Машина остановилась, хорош. Наконец-то. Тихо, ребята. Где? Вон на горе где-то стрелял. Он где-то был на горе. Снайпер.
Теперь еще появился снайпер. Хорош. Мы теперь вычислили сразу двоих монолитовцев. Один из них где-то на горе бегал. А другой из них снайпер. Да ты дурак, что ли? Я F5 хотел нажать, а не выбросить оружие. Да. Ты видел, дед? Я не видел его. Как так? Почему? Снайперку я не... Ой, да. Снайперку... Как так? Я снайперку не вижу, а калашников вижу. Неужели калашников настолько плохой в плане... Да что ты? Где он? Локация сделана очень плохо. Максимально плохо сделана эта локация. Может, конечно, надо какие-то таблетки юзать, чтобы вот этого вот всего серого фона не видеть, но я не знаю. Мне кажется, это туман. И на это рассчитывал автор. Да, он сделан плохо, туман. Но он хотя бы есть. Почему ваншот? Почему он прибегает, ваншотит и заканчивает игру? А я такого не могу себе позволить. Объяснишь мне, друг? Почему они могут себе такое позволить, а я нет? Казалось бы. Я реальный игрок. Но меня это не спасает. Ни реакция, ничего подобного. Меня не спасает. То есть я где-то слабее, чем боты. Врубаешь? Я не вижу чувака на холмах. А он где-то есть. И, наверное, это снайпер, потому что одного снайпера там уже кокнул. Держу в курсе, но одного снайпера там уже кокнул. Который нам не давал туда выйти. Я его убил. Там остались какие-то чуваки его, кореша. Они так сливаются с землей, тебе не передать. F5. Где ты еще есть, пацаны? Вон он. Вот они умные, зараза. Я стрелял точно в цель в него. Точно в цель стрелял. Он должен был умереть. Вот они куда-то уходят туда. Я не вижу их, они пропадают. Куда они деваются, это вопрос на миллион. И откуда они все берутся, они там спавнятся или чего? Почему их бесконечность? Почему они вечно идут и идут? Я же не могу всю игру так простоять, всю серию. И все. Нет, мне надо двигаться. Где? Еще минус 2, нормально. Винторез пока свою работу делает. Аптечку используй, пожалуйста. Теперь давай сохранимся. Пошли. На горе никого. Все, что ли, кончились? Да слава богу. Давай теперь лутать. РПГ неинтересно, колбаса неинтересно. Тут что неинтересно? Здесь вот это уже полезненько. Полезненько, полезненько. Автоматы все соберем? Калашников? Нет, калаш это говно. Калаш мы такой подбирать не будем, он бесполезный. По-моему, у нас был такой автомат, да? Я, кстати, не помню, какой у нас автомат в багажнике. Либо калашников, либо этот. Да, у нас в багажнике этот автомат, поэтому подбирать мы его, логично же, не будем. Пойдем долутаем остальные трупы, которые видно на радаре. Это вот этот вот. С дробовиком вообще на меня нападает. С каким-то... Я не помню, как он называется, с барабаном этот. Как барабан называется? Он похож на бульдог. Но это не бульдог, это автомат. Так, это вообще снайпер. Нафига здесь снайпер бегает, непонятно. Автомат даже не упал у него. Чувак, как ты пришел без автомата? Слился. Дурак совсем. У тебя что? У тебя калашников. Где калашников? Очень востребованы среди сталкеров, которые не хотят медленно заживающих... Короче, скорость свертывания крови повышает он. Ладно. Запомним. Запомним и забьем на это, потому что мы не наркоманы. Мы так не пользуемся, а я уверен, что в этой игре есть такое понятие, как зависимость, по-любому.
Игра ведь не тупая. И не для тупых сделана. Игра очень хорошая, достаточно качественная. Тачка стоит. Ну, видимо, все оттуда пришли. С того КПП. Тут, оказывается, очень много было машин, о которых я почему-то не знал. Садись. Садись, говорю. Поехали на ней, доедем до нашей машины. Тормози, тормози, тормози. Тормози. Вылазь. Она больше нам не пригодится. Хотя... Всякое в жизни... Он не садится. Всякое в жизни бывает, когда даже вот такие вот машины, которые на первый взгляд могут тебе не пригодиться, потому что ты имеешь свою машину, они потом тебе помогают. И даже достаточно сильно. Поехали. Там на КБП, по идее, должны еще чуваки остаться. Но, не знаю. Посмотрим, что будет. Я из прошлой серии помню, что я где-то здесь проход заметил. Мертвые собаки. Окей. Вот он, тот проход. На машине, скорее всего, мы не про... А, это контролер, ёпрсоте. На машине мы, скорее всего, его не пройдем. Все, стой. Там что? Там только ЗИЛ. Ну и ладно, пусть он там дальше стоит. Мы его не пройдем на машине, потому что смотри, какой узкий проход. Тут даже дерево нам мешает, чтобы проехать. Можно было бы на УАЗике. УАЗик типа не жалко, но смотри, какая гора. А как известно, автомобили в Сталкере не настроены на то, чтобы преодолевать такие вот преграды. В виде гор, в виде деревьев, в виде мин, в виде аномалий и прочих штук. Обалдеть. Какое-то аномальное место для полтергейстов. Почему их здесь только? Есть какая-нибудь там история, лор, связанный с появлением их. Здесь что? Тайник сталкера. 300 рублей и какая-то хрень. Спасибо. Вы, наверное, думаете, что мне это очень сильно поможет? Вы ошибаетесь. Мне это вообще никак не поможет. Ни в дальнейшем, ни в настоящем. Калаш возьми, пожалуйста. Возможно, мне кажется, есть какая-то модификация, позволяющая тебе пользоваться прицелом на калашникове. Но я ее пока не ставил. Я вообще не помню, чтобы я хоть что-то тюнинговал для того, чтобы нормально бегать с калашниковым. Вот подствольник и глушитель, они, по-моему, сами собой у меня появились. Ну, типа, я уже мог изначально их ставить. А возможно, я все-таки тюнинговал что-то немного. Надо будет как-то сходить до торговца какого-нибудь или до механика, который поможет мне разобраться и починить это все дело. Ну-ка. Документы. А, вещь кочевнику. Во. Сейчас я сейчас упаду, да? По идее. Ну, по идее, я должен упасть. Трава покраснела. Там вообще ядерная война началась. Третья мировая, вот она. Вот так она должна была выглядеть. Ты открываешь дверь, а перед тобой все красное. У меня парень уснул, ну как обычно бывает, собственно. Ничего удивительного. Давай, просыпайся. Дверь закрыта, этого можно уже не бояться. Потому что монолитовцы, они же люди, правильно? Они не смогут пройти под таким выбросом, под еще чем-то подобным. А вот животные, они не догадаются открыть дверь. Поэтому я в выигрыше. Будь что-то новенькое. Но это мы тысячу раз видели, стрелок, все, тыры-пыры. Неоднократно. Я хочу продолжение этого видоса. Нет, продолжения не будет, к сожалению. Я хочу пить. Появился контролер. Что делать с ним? Банально зарезать его? Наверное, будет правильно, да, сделать? Я никогда не видел контролера со спины. Знаешь, голова взорвет, смотри на мою голову справа. Там, где еда, хп и все тыры-пыры. Ну, понятно, у меня голова была просто уничтожена. Уничтожена из-за него. Хорошо.
Видимо, я не должен был здесь закрываться или что-то типа того. Ладно, я сейчас... И? А! Понимаю. Я эту игру прекрасно понимаю. Эти все баги, эти лишние анимации, движения, все, что происходит в этой игре, это... Реагируют спокойно. Ничего лишнего не произносим. Появился наш друг. Ну-ка нахер. Автомат бери сразу, сейчас застрелим его. Где он? Не понял. Да слава тебе, господи, а. 30 пуль с этого, с Калашникова и... Ногу забери. И 10 пуль с винтореза достаточно, чтобы его замочить. Хорошо. Будем для будущего знать. Мне хочется покушать и попить. Покушать у меня есть консерва. И, к счастью, попить у меня есть вода. А прикинь бы, у меня ее не было. А что у меня мозг растет? А что, мозг растет, как-то вылечить? Или это хорошо, то, что у меня мозг растет? Потому что справа... А что, темно так? Лол. В темноте я вообще не любитель гулять, если честно. О чем я говорил? Я говорил, по-моему, о том, что... С головой, смотри, справа. Вот все пять вот этих вот кругляшка, которые для чего-то нужны, там, еда, вода, пистолет, радиация и голова, вот. Голова показывает, что у меня с головой все в порядке. А если посмотреть сюда, ой, если посмотреть сюда, то тут голова наполнена какой-то серой шкалой, которая необъяснима для меня. И нигде никакая подсказка мне не расскажет, для чего она создана. Я вообще правильно иду? По-моему, я там проходил. Нет? Или я тут проходил? Я иду вдоль забора. В надежде, что он меня выведет. Потому что вдоль забора должна как-то начаться бетонная стена. А если начнется бетонная стена, это значит, что я пришел к правильному выходу. Все вот так вот и должно быть. Если судить по радару, то я бегу очень правильно. Молодец. Но у меня пьяное состояние мое, когда я решил выпить водку для того, чтобы полечить голову, было ошибочным. Это действие было ошибочным, потому что ни одна водка не вылечит твою голову. Она наоборот ее добьет. Нужно было логично просто ее выбросить и все. Но... Что поделаешь? Что сделано, то сделано. Фару включи. Заводи. Поехали. Надо сейчас развернуться и не заврезаться. Вот сейчас начинается опасный момент. Почему опасный? Потому что я в темноте двигаюсь по радару. Ты помнишь, что было днем? А жарить не за что. Ты помнишь, как мы днем кое-как справлялись? Среди тумана. И прочего дерьма. Который был всячески против того, что я здесь катаюсь. Так вот. Здесь будет намного сложнее, потому что я не вижу аномалии. Меня что-то жарит? А я не понимаю, что это. Это жарит аномалии, а где я их не вижу? Возможно, пьяная голова мне не дает нормально реагировать на это все. Меня аномалии спокойно жарят. А может быть, не аномалии, может что-то и другое влияет на это все. Но они просто издают звуки. К счастью, они мою машину никак не дамажат. Они просто издают звуки. Как приехать здесь? Ты смотри. Не, у меня машина уже меньше половины. Это плохо. Это та самая горка, да, началась? С которой, на которую мы 3 часа заезжали. Хана машине. Как ее ремонтировать, я без понятий. Но мы, я так понимаю, с ней будем прощаться. К сожалению. Машина реально была кайфовая. Мы с ней решили достаточно большое количество проблем. Такие как монолитовцы. Мутанты. Время. Время мы убили очень быстро. Двигаясь на машине. Ни на что не отвлекались практически. Проезжали все довольно легко. Но... Машина перехотела жить
И она наезжает теперь на каждую аномалию, которую считает симпатичной. Тут была Химера. В прошлый раз, когда мы катались, тут была Химера. Как-то так мы приезжали здесь. По аномалию бы не наехать. Тихо. Я что-то... Я врезался в дерево и заглох. Да ладно. Я ж легонечко еду. Я максимум мог бампер поцарапать. Нахера глушить машину? Ты глупый, что ли? Мы максимум заглушим машину. От одного удара. Зачем ее вырубать? Или я настолько уже убил... Или я настолько уже убил свою машину, что для меня одного удара в дерево достаточно, чтобы я вырубился. Выходим. Фонарик руби. Где этот чувак? Привет. Достаточно легкая миссия была. Я всего лишь на него потратил 2 выпуска. Я тебе принес. Ты нашел мою вещицу? Пришлось иметь дело с бойцами Монолита. Но я все еще... Но я все же ее принес. Ох, спасибо большое. Я думал, никогда не увижу мою прелесть снова. Итак, комбинация к сейфу 2, 1, 8. Найди карту доступа, вернись ко мне, и я активирую ее с помощью магнита. Так ты сможешь попасть в X10. И да, кстати, то, что ты принес, не защитит от аномалии. Я придумал эту сказку, чтобы ты вернул мне вещицу. Ты можешь спокойно пробраться к дому и без нее. Да. Ладно, я скоро вернусь. На-на-на-на-на! Извини, пожалуйста, за то, что вебка немного потряслась. Я просто недоволен этим малым человеком, который забайтил меня на то, чтобы я... сквозь вот эту всю свалку не проходил. Он меня просто забатил на то, чтобы я прошел за его костюмом, понимаешь? Это непрофессионально с моей стороны было, потому что я поверил ему. Я ведь не проверил, да? Я ведь не проверил это место. Я просто на дурака пошел прямо. Я доверился человеку. В этом был только мой косяк. Никто не виноват в том, что я доверяю людям. Никто не виноват, кроме меня. Куда я иду, правильно, нет? Нет, неправильно. Надо чуть дальше пройти. Свалку сделали очень оригинально, вам скажу. Потому что не каждый разработчик мог догадаться такими полосами сделать мусорные контейнеры. Вот тут дома начались. Дома рабочих. И среди этих домов должен быть единственный наш дом. Куда я иду вообще? Почему такая радиация хлещет? А, мне нормально, лол. То есть, пси-шлем, я так понимаю, он еще и просто от радиации спасает. Хорошо. Будем продолжать тогда двигаться и искать, потому что на радиацию мне наплевать. А, нет, не наплевать уже. Ёлки-палки. Используй, пожалуйста. Где-то здесь. Погоди. Меня же радар не обманывает? F5. Там какая-то красная точка горит за радаром. Ты, наверное, ее не видишь? А может, и видишь. Никого нет. Ладно. Сейф. 2-1-8. Сейчас я тебе обрежу. Готово. Документы забрали, все забрали. Теперь очень интересная задача. Вернуться назад. Через аномалии и через прочую хрень, через которую я прыгал. А прыгал я через... Я даже не знаю, через что я прыгал. Я буквально просто шел наугад. Куда мне подсказывает сердце идти, туда я иду. Все, кончайся. Кончайся, пожалуйста. Используй. Не зря я с собой таскаю эти антиродины. Потому что я не пользовался им уже выпусков 10 точно. А тут бах. И резко задание подкинули мне. В радиации, в аномалиях. Давно ведь не было, да, такого? Оригинальные квесты пошли, меня это радует. Перестрелки со всякими монолитовцами меня начали уже убивать. Потому что я очень сильно трачусь на них. И морально, и физически. Они меня изнашивают, просто изнашивают. Я уже не могу. Я уже себя не контролирую, что я делаю. Куда идти? Здорово. Принес твою хрень, активируй. Вот то, что я забрал из сейфа. Что дальше? Дай-ка мне. Так, я все восстановил.
теперь должна работать. Что ж, сталкер, моя часть на этом закончена. Теперь иди отомсти за нас всех. Кто погиб ради? Даже не знаю чего. Теперь я могу спокойно умереть, зная, что ошибки меня и моих коллег будут исправлены. Надеюсь, все это скоро забудется. Давай. Я пойду все-таки на эту хрень, куда меня сейчас отправляют. Подземный бункер. Хорошо. Для этого мне нужна моя машина. Коптит стоит. Моя ласточка. Ты ж моя ласточка, стоишь, коптишь, умираешь. Скоро... Я вообще ничего не вижу. L нажми. L нажми. Все, теперь я все вижу. Хорошо. Давай назад. А лучше назад не разворачиваться, это бесполезно. А можешь я поспать, слышь? Потому что мне как бы... Днем комфортнее проходить, чем ночью. Фонарик включи, пожалуйста. Потому что я вообще ничего не вижу. А мои зрители тем более ничего не видят. Открывай багажник. Где у нас мешок? Ложись. Спадки. Понятно? Я не устал, говорит. Мне нормально. Я, говорит, не устал. А то, что... А то, что мне нравится играть в темноте, меченый срать хотел. Куда я вообще еду? Дорога. F5. Поехали. Теперь можно разогнаться, зная то, что я нажал на F5. Потому что я развернулся прямо на дорогу. Если буду загружаться, меня игра поставит ровно по дороге. Вот в этой, кстати, игре загрузка немного баганная, как в Long Dark, собственно. В Long Dark же мы с вами научились багать. Значит, и здесь можем научиться. Тихо. Аккуратно, хорош. Проехал первую часть. Теперь вторая часть заключается в том, что нам надо ехать за БТРом. F5. Поехали. Интересно, как долго я смогу ехать на этой машине. Ремонт говорит нам о том, что мы долго не проедем. Но две канистры мне говорят обратное. Если мы найдем машину, которая будет иметь более лучшие характеристики в плане починки, я бы, конечно, заберу ее. А если нет, то будем как-то извращаться и дальше проезжать на этой машине. Радар говорит о врагах. Я ему поведу. Да закрой ты ее! А, управление здесь ужасное. Здесь управление отвратительное. Также, что у нас с патронами? Калашников, конечно, плачет у меня. Давай поменяем. Заберем то, что получше будет. Калашников и вот эту штуку мы отдадим. Также. Налепишь? Налепишь? Налепил, нифига. Открывай багажник, уберем тебе, значит, прицелик. Уберем тебе немного аптечек. По 5 штук оставим каждого вида. Далее подствольники я оставлю. Гранаты я оставлю, хлеб я уберу. Фонарик обычно нифига я взял его, непонятно. Так, здесь энергетик давай возьмем. Бинтики давай возьмем. И возьмем одну консерву, наверное. И все. В принципе, всего остального мне достаточно. Для того, чтобы я спокойно прошел эту игру. F5. Перезаряди, погнали. Тут где-то бойцы монолита сидят. И бойцы аномалий. И где? Да ты чё? Кто противник-то? Хорошо, они стреляют сквозь дверь. Будем верить, что двери здесь прочные, и они меня не прострелят. Я капец, где застреваю? Я вот не застреваю. Двери дырявые с обоих сторон. Меня могут обойти слева, так и справа. Мне работать сейчас на два фланга. Это очень тяжело. Нужно искать какой-то камушек. Или даже стенку. Я вот, вот тут обошел, серьезно? Да хорош ты двигаться. Да. Ты смотри, какой танцор, а? Ты смотри, что делает. Хе-хе, лошара, багайся дальше. Дальше, багайся. Может, обмажу, у тебя что и выгорит. F5. Продолжаем.
Я ранен, братья. А я как бы не ранен? Ты думаешь, я себя нормально ощущаю? Монолит. Вау. Интересный ли автомат у него? С прицелом. Мы такие уже видели, но с прицелом не видели. Забирай. Что у тебя автомат? Где твой автомат? Твой автомат где? Также его разрядим. И, наверное, было бы хорошо взять его вместо винтореза. Но мне как-то винторез больше прикалывает, чем вал. Не знаю почему, я всегда был таким человеком, который больше придерживается тактики игры с валом. Ой, с винторезом. Вал, да, он прикольный. Ты можешь в упоре убивать. Можешь убивать также. Она нафига это сказала? Ты нафига это сейчас сказала? Если ты меня хочешь напугать, то... У тебя ничего не получится, я уже боюсь. Я слышу звуки телепортов. Я эти звуки телепортов помню из оригинальной части. Тут вижу труп. Где он? Ага. Либо сверху, либо снизу. Скорее всего, снизу. Потому что лаборатория... И логично, что... Такие баги, скорее всего, будут снизу. И... Звучит просто впечатляюще. Думаете, это сработает? И кто пропал? Ты ж не договорил. Какие-то системы должны работать. Где они? Это что за аномалия? Ну-ка, болт возьми. Херак. Фигня такая. А выглядит страшно. А по факту не очень-то страшно. Почему-то 4 друга у меня. Я вижу 4 друзей. Где они? Звуки справа. Где друзья? О, вот он. Это что такое? Что с ним происходит, а дурак? Это кто меня ударил? Что происходит? Это что за заговор? И ну как бы ладно. Я и с аномалиями могу бегать спокойно. Я на них патроны тратить не хочу. Тратить патроны на какие-то там страшные в кавычках аномалии — это глупо. Я могу без этого все пройти игру спокойно. Нажимай. Нажимай. Отключите блокировку номер 2 выполнена. Хорош. Теперь пошли за блокировкой номер 1. Только сначала ее найти надо. Выглядит и звучит довольно легко. Врагов здесь нету, только аномалия огненная летает. И тушканчики, да? Тушканчики или крысы? Тушканчики. Мне не нравится, зараза. Я больше кайфую по крысам. Крысы, они добрые. А тушканчики, если ударят, то ты запомнишь навсегда. Какие-то пятна начались. А! Тушканы, нахер шли? У меня есть автомат с глушителем. Нахер шел? А, они нейтральные, смотри. А почему-то снорков не показывают тоже нейтральными. Хотя снорки на меня напали сейчас только что. Где он? Прикольный звук стал с глушителем. Похоже на некий бластер. Пиу-пиу-пиу-пиу. Один в один звук. Так, дальше куда идем? Дальше мы куда идем? Какое-то рабочее место странное. Наполовину затопленное. Где здесь лестница наверх или вниз ведет? Мне она срочно нужна. Аномалия, ты не видела здесь лестницы никакие? Потому что я что-то не врубаю, куда я двигаюсь сейчас. Здесь вроде был я везде. F5. Так, тут... А, во! А, нет, не то. Сюда сходим. Тут я тоже был. Хорош, слышь? Какие-то звуки происходят. Начинаю обратный отсчет. 5, 4. Что он разговаривает с кем? 2, 1. Активировано. Ага.
Активирован. Что-то он активировал. А что, никто не знает. Я уже бегаю 10 тысяч кругов. И все еще не могу допереть. Вот этот круг. Он как бы полезен или не полезен? И вообще, нахера он здесь нужен? Можно попробовать убить эту аномалию, но... Какой в этом резон? И буду ли я в плюсе после того, как я убью его? Я сгорел. Нет, я не сгорел. ХПшка есть? Ух ты, тихо. В это время не боимся? Боимся мы с вами только огня. Во-о-о. Вот, и все. Лестница найдена. Спасибо тебе, аномалия. Все-таки эти аномалии не такие уж и плохие. Они помимо того, что жарят меня, также указывают мне... Также указывают мне на дорогу. Вот сейчас немножко становится страшно, потому что я только что увидел чью-то ногу. Здорово. Там ваш кореш бежал сейчас, нет? А, это этот чувак, который рассказывал нам про X10, про подобные штуки. О-хо-хо-хо, как же мы без этого-то? Как его зовут, помнишь? Бюрер, да, Бюрер его зовут. Как же мы с вами без Бюрера-то? Серьезно? Это же было бы не сталкер, если мы... И все? Какая сейчас цель? Найти пси-излучатель. Найти и ввести пароль к двери. Нихера себе. Они, оказывается, не такие уж и эти. Слабенькие. Сейчас я должен найти какой-то пароль. Думаю, я правильно иду. Потому что именно здесь... в оригинальной части говорили... Иди ко мне. Пока. Именно в этой... В этом месте говорили штуку... Иди ко мне, я приведу тебя. И покажу картинки смешные. Заперто, здравствуйте. Тут полно зомбарей. Я не понимаю, как они выжили, гуляя по такому количеству аномалий. Это ж глупо. Почему я вот гуляю? Я каждую аномалию боюсь. А они гуляют, и им нормально. Тут вообще даже прохода нету. И чё? Здесь проход, что ли? Да, тут вообще лестница разбита. То есть проход только там. По логике вещей. Вот проход, единственный. Есть выходы еще или входы? Или, возможно, пароль? О, не пароль, а телепорт. Каким-то образом сможет меня доставить. Вот этот ученый, что он здесь гуляет? Может, этот ученый тоже является как частью подсказки какой-то? Тут ничего больше нету. Кроме этого одинокого ученого. Тут можешь подняться еще раз. Я вроде бы вот так вот зашел, да? Вот так вот поднялся, да? Замочил того чувака. Дальше можно было пройти вот так вот. И, собственно, все. На этом кончается вся дорога наверху. Тут что есть? Эть. А тут ничего нету. Зря поднимался. Здесь что есть? Тут лежит какой-то бедный ученый. Ему плохо, наверное... от того, что здесь происходит. Мне тоже плохо от того, что здесь происходит. До свидания. Да ты... Да как его ударить-то? Ну и... Да слава тебе, Господи, а. Тихо, кто-то разговаривает. Кто-то здесь разговаривает. Но я в это время использовал... Эту... Бинтик, поэтому я не смог посмотреть. Забери. Забери автомат. Здорово. Я хотел у вас автомат забрать, почему мне не дали это сделать? Нет, это все неправильно. Неправильно. Отойди от этой штуковины. Ты ведь уже посетил другие лаборатории, не так ли? Ты хочешь заставить нас замолчать после инцидента? Мы не умрем, не заявив о себе. Возможно, это этот. Длиннорукий.
Потому что он единственный, кто остался жив, я так понял. И нормально. Контролируемый себя. Поэтому это, скорее всего, он. Но я ошибся опять с дверью. Да, нам не сюда. Наверное, сюда надо сходить. Да? Здрасте. Тихо. Тише. Все, не балуйся. Я тебя сейчас завалю? Вообще-то я рассчитывал на одного. Это он делает. Если вот это делает он, то это перебор. Я вам скажу. Такими штуками незаконно пользоваться. Нахер. Перезаряди. Попробуем еще раз. Где он? Опусти. Красава. А теперь выйди, я в тебя стрельну. Ты, чё это? Ага. Вот так вот я сделаю. Чтобы ты больше не баловался. Убери подствольник. Убил. Есть. Минус один пока. Минус один то уже на одного меньше стало. А их всего двое было. Если вдруг кто забыл, то я скажу, их было всего двое. Я тебя замочу, не очкуй. Все, делов-то. Сохраняйся. Спасибо, ребята, за вашу... Ух ты. Ситуация ухудшилась. И здесь стало слишком неспокойно. Я сменил код двери на 3823. 3823, сейчас я запишу на телефон. 3823, чтобы в следующий раз было удобно. 3823. Где у меня ежедневник? Так, 3823. Все. Вот такой у нас сейчас будет пароль на следующую серию. Это завершающая фраза этой серии. Вам спасибо за просмотр серии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Всем пока.